Добрый день, дорогие друзья! Рад всех снова поприветствовать на канале Гороскоп. Прогноз у нас на 1 февраля 2022 года, и мы, как всегда, начинать. Ну и, как вам уже известно, начать хотелось бы с просьбы о поддержке канала. Поставьте лайк, подпишитесь, оставьте комментарий под любым из роликов, и если вам не трудно, сделайте репост одного из моих прогнозов. А я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Овен. Не исключено, что в этот день окружающие отметят Овна царские замашки. Да, действительно, в этот день его нос отчаянно хочет задраться повыше, да еще повыше. Впрочем, в некоторых ситуациях это может оказаться очень даже полезным. Ну, например, скажем, если дело касается необходимости самопрезентации. Вот почему. Настрой Овна способствует успешному прохождению собеседований, знакомству с новыми клиентами, а также первым свиданием. Там, где надо показать себя с лучшей стороны, гороскоп обещает Овну успех, порой совершенно неожиданный. Любовный гороскоп для Овна. В этот день Овен будет настроен решительно в любых делах и готов побеждать. Он будет настолько уверен в себе, что не готов принимать отказы и обещания подумать, предпочитая действовать напролом. Безусловно. Кого-то такое властное поведение способно покорить, но может и оттолкнуть, если партнер решит, что Овен оказывает на него грубое давление. Поэтому звезды гороскопа советуют Овну в этот день немножечко сбавить оборотики, если, конечно, ему важен результат. Вы удивитесь, но нежностью и лаской в этот день добиться желаемого окажется гораздо проще, чем переть напролом. Гороскоп карьеры и финансов для Овна. В этот день Овен может оказаться в самом центре общественной жизни коллектива. Вероятно, он будет вынужден проявить свои организаторские способности. Впрочем, Овну такое отступление от обычного рабочего распорядка даже пойдет на пользу. Гороскоп советует подойти к нетипичному для Овна делу творчески. Ну а наградой ему в этот день станет заслуженная благодарность коллектива. Главное, не превращайтесь в активиста месткома Шуру из служебного романа и не забывайте о своих рабочих обязанностях. Телец. В этот день телец может оказаться в ситуации, когда обстоятельства не дадут ему полностью реализовать свой потенциал. В этот день он как мощный лев, запертый в тесный вольер. Гороскоп предлагает тельцу не сдаваться и попытаться изменить положение вещей, потратив часть энергии на устранение сдерживающих развитие факторов. Не исключено, что в борьбе за право на самореализацию тельцу придется вступить в конфликт с коллегой или даже родственником. Что же делать? Лес рубят, как говорится, щепочки летят. Любовный гороскоп для тельца. В этот день звезды гороскопа советуют тельцу избавиться от призраков прошлых отношений, если они его до сих пор тяготят. В этот день ему под силу проанализировать и спрятать свои бесплодные душевные терзания под большой амбарный замок. В противном случае телец еще долго может лелеять свои старые разочарования и чувства к человеку из прошлого, с которым уже никогда не сможет быть вместе. Сбросьте в этот день одним махом этот непосильный груз, чтобы наслаждаться счастливыми мгновениями и возможностями настоящего. Гороскоп карьеры и финансов для тельца. В этот день звезды наделили тельца способностью полностью концентрироваться на деле, так что ничто не сможет ему помешать довести начатое до конца. Внимательность и упорство помогут тельцу в этот день выполнить огромный объем работы. А вот совместная деятельность или использование чьих-то результатов труда гороскопом крайне противопоказаны. День склоняет тельца к конфликтам, поэтому любые попытки поработать в этот день в тандеме могут окончиться фееричным скандалом, а задание останется невыполненным. Близнецы. Если в последнее время близнецы находились в подвешенном состоянии, самое время обрезать веревочку и встать на землю твердыми ногами, несмотря на опасность больно удариться при падении. Гороскоп наделяет в этот день близнецов решительностью, энергичностью, а также дарит удачу. Вот почему не нужно бояться самых сложных задач. Кроме того, в этот день близнецы могут вести за собой так, что легко найдут единомышленников, если им требуется чья-либо помощь и содействие. Это отлично момент, чтобы обратиться с просьбой к руководителю, родителям или второй половинке.
Любовный гороскоп для близнецов. В этот день в любовной сфере у близнецов день планирования будущего. Звезды гороскопа будут всеми силами подталкивать их выбрать направление, по которому они планируют развивать дальше свои отношения с партнером. Возможно, близнецы до сих пор колеблются и не знают, остановиться им или продвинуться на пару шагов, строить что-то серьезное или остаться на уровне ни к чему не обязывающего флирта. Если так, то это удачный день для того, чтобы разобраться в своих желаниях, наметить план поведения, ну а потом начать решительно действовать. Гороскоп карьеры и финансов для близнецов. Этот рабочий день близнецам будет напоминать поездку на велосипеде. Чем медленнее и осторожнее они будут двигаться, тем больше будет вероятность того, что все закончится падением. А вот двигаясь вперед смело и в хорошем темпе, можно получить отличные результаты и продвинуться далеко вперед. Гороскоп советует близнецам не пугаться, а сконцентрироваться и начать работу. Даже если близнецы в чем-то сомневаются, в этот день они вполне могут доверять своей интуиции. И их неминуемо ожидает успех. Рак. Этот день раку стоит посвятить обучению. Даже если ваши школьные и студенческие годы далеко позади, гороскоп предлагает в этот день постараться научиться чему-то новенькому и полезному в вашей ежедневной жизни. Может, вы не все знаете о функциях Excel, или вам не хватает знаний по уходу за любимыми комнатными растениями. Не пришла ли пора посмотреть видеоурок о том, как быстро погладить рубашку? Раку, недавно сменившему работу, неплохо было бы получить пару мастер-классов у более опытных коллег. Полученные в этот день знания обещают быть очень полезными, тем более рак сейчас все схватывает, ну прям вообще пух, на лету. Любовный гороскоп для рака. Атмосфера этого дня будет просто искрить напряжением, так что в общении с противоположным полом раку стоит быть особенно дипломатичным. В этот день достаточно одного неосторожного слова, чтобы между ним и любимым человеком вспыхнул огонь ссоры. Если же это произошло, звезды гороскопа советуют раку найти в себе силы и сразу же извиниться. Ну и заодно возьмите на заметку. Погасив пожар негативных эмоций, вы сможете с не меньшим пылом помириться со своим избранником. Гороскоп карьеры и финансов для рака. В этот день для качественной и плодотворной работы раку понадобится решительность и настойчивость. Возможно, ему придется отстаивать свое мнение по какой-то части проекта. Или же надо будет надавить на кого-то из коллег, чтобы работа пошла в нужном русле. А может быть, надо будет переубеждать руководство в целесообразности решений, принимаемых этим самым руководством. Звезды в этот день советуют раку быть готовым проявить твердость в любой момент рабочего дня и не расслабляться, пока он не закончится. Потому что вполне вероятно, что отстаивать свое видение ситуации ему придется не единожды. Лев. В этот день льву предстоит проявить свои лидерские качества. Окружающие жаждут, чтобы вы их организовали так, что удовлетворите их желания. Не исключено, что в каких-то моментах придется проявить жесткость, но это необходимо и оправдано. Неважно, касается ли дело рабочих моментов, организации вечеринки или большой семейной покупки, именно лев в этот день должен будет принять окончательное решение не только за себя, но и за других. Правда, гороскоп предостерегает льва от безапелляционных высказываний. Старайтесь хотя бы имитировать демократию. Любовный гороскоп для льва. В этот день у льва не будет ни единого шанса остаться в одиночестве. Его буквально закидают предложениями провести вечер вместе, сходить в кино или в гости. Звезды гороскопа советуют не противиться и развлекаться на полную катушку. Повышенная привлекательность льва в глазах противоположного пола может и поможет ему стать настоящей душой компании. А его вторая половинка имеет все шансы влюбиться в него еще разочек. Если же лев пока одинок, после этого вечера ему придется составить расписание для свиданий, чтобы встретиться со всеми особами противоположного пола, в которых он зажег интерес к себе. Гороскоп карьеры и финансов для льва. В этот день льву противопоказаны рутинные дела, они будут раздражать своей монотонностью и тягучестью. В этот день звезды склоняют льва к активности, и лучше всего у него будет получаться работа, требующая движения. Поэтому, если появится возможность выйти из офиса под любым предлогом, это стоит сделать. А уж командировка будет вообще идеальным вариантом, так как пройдет легко и очень результативно. Но если льва в этот день заставить сидеть за столом, то день пройдет впустую и не принесет ну никаких результатов, абсолютно никаких. Дева.
Даже если в другие дни логика и способность к анализу не являются сильными чертами Девы, в этот день эти качества у нее на высоте. Скаканули, скажем так. Эмоции в этот день не помешают ей видеть ситуацию во всех подробностях, а потому ничто не сможет заслонить истинную суть вещей. Для Девы в этот день самое время поговорить на сложную тему с близким человеком или разобрать конфликт на работе. Гороскоп говорит о возросшем чувстве справедливости, так что при необходимости Дева сможет выступить справедливым судьей в чужом споре. Любовный гороскоп для Девы. В этот день звезды гороскопа предупреждают Деву в общении с противоположным полом избегать ссор из-за недопонимания, то есть выражаться так, чтобы ее слова не имели двойного смысла. В противном случае беседа с любимым человеком может вылиться в ссору и расстроить общие планы. А все из-за того, что Дева в этот день может быть не сдержана в словах, а окружающие и вовсе будут толковать ее слова по-своему. Впрочем, все не безнадежно. Просто старайтесь не выяснять отношения в этот день, а при предъявлении претензий спокойно объясните, что вы имели в виду. Выдержка и вежливость позволят исправить ситуацию. Гороскоп карьеры и финансов для Девы. В этот день Деве очень захочется выделиться. Не просто сделать свою работу, а так, чтобы все ахнули, а начальство обязательно задумалось о том, чтобы перевести Деву на более подходящую для нее должность, ответственную и высокооплачиваемую. Звезды советуют воспользоваться повышенной амбициозностью этого дня, если у Девы запланировано собеседование или переговоры. Именно в такой атмосфере Дева способна проявить свои лучшие качества. Весы. Если у весов давно зрел какой-то план, казавшийся не вполне жизнеспособным, в этот день самое время попытаться его реализовать. Гороскоп предлагает весам быть дерзкими и нестандартными как на работе, так и в бизнесе. Ну и конечно же в отношениях со второй половинкой тоже. Задача весов на этот день – это устроить мелкий переполох, вызвать эмоциональный отклик окружающих, и в этот день именно такой способ действий способствует достижению желаемого результата. Любовный гороскоп для весов. В этот день звезды гороскопа советуют весам заняться укреплением отношений с любимым человеком или, если они пока одиноки, поиском и построением этих отношений. Для этого весы могут выбрать любые, даже весьма смелые и неординарные пути. Ну, к примеру, скажем, устроить романтическое свидание на воздушном шаре, спеть серенаду под окном или отправиться вместе с избранником в увлекательнейшее путешествие. Словом, весы в этот день должны быть готовы на все, лишь бы прогнать подальше и сферу любви, предсказуемость и скуку. Гороскоп карьеры и финансов для весов. В этот день весы полны рабочего энтузиазма. Свою работу они будут делать увлеченно и совершенно независимо от того, насколько она действительно интересна. Даже самые обычные и рутинные операции благодаря творческому подходу весов заиграют в этот день совершенно новыми красками. Звезды гарантируют хорошее настроение на целый день, так что у весов есть возможность подтянуть все хвосты и даже успеть начать новый проект. Удачный будет как самостоятельная работа, так и в тандеме с коллегами или партнерами по бизнесу. Скорпион. В этот день Скорпион способен увлекать своими идеями. Если вы давно хотели поделиться с любимым человеком планами на совместное будущее или у вас созрела новая стратегия бизнеса, отбросьте нерешительность и откройтесь. В этот день Скорпион сумеет доказать ценность своих предложений, возросшая способность к убеждению поможет ему в этом. Гороскоп обещает большой успех всем Скорпионам, руководителям. В этот день подчиненные будут его слушаться не только из-за соблюдения субординации, но также благодаря возросшему авторитету. Любовный гороскоп для Скорпиона. В этот день в отношениях с противоположным полом звезды гороскопа советуют Скорпиону пустить ситуацию на самотек, дав ей развиваться самостоятельно. Помните, политика давления и вмешательства бывает удачной не всегда. Насильно, как говорится, мил не будешь. И если активные действия Скорпиона в этот день не приносят желаемого результата, то не стоит стучаться в закрытую дверь, ну еще хуже биться лбом о бетонную стену. Кстати, весьма возможно, что как только Скорпион в этот день перестанет проявлять инициативу, объект симпатии тут же возьмет ее в свои руки.
Гороскоп карьеры и финансов для Скорпиона. В этот день Скорпиона может ожидать работа, которая заставит его изрядно понервничать. День склоняет к мнительности и нерешительности, поэтому Скорпиона будут одолевать сомнения в собственной компетентности, которые вовсе не обязательно имеют отношение к реальному положению вещей. Звезды в этот день советуют Скорпиону поверить в себя и начать работать, отметая все колебания, ну а в неясных случаях просить помощи старших товарищей и экспертов. Стрелец. Гороскоп убеждает Стрельца, не надо стесняться. Это именно ваш день, так что отбросьте все сомнения в собственном несовершенстве и отправляйтесь завоевывать мир. Или миры. Этот день полон возможностей для Стрельца. Они созрели, словно сочные груши, и готовы упасть вам прямо в руки. Надо просто не бояться потрясти дерево. В этот день Стрелец может достичь больших успехов в самых разных областях своей жизни. На работе и в любви звезды предлагают ему быть смелым и даже немножечко наглым. Любовный гороскоп для Стрельца. В этот день Стрельцу захочется проявить твердость и решительность в отношениях с любимым человеком. Возможно, расставить какие-то точки над «и» или доказать свою правоту. Если цель того стоит, не сопротивляйтесь этому порыву. Но имейте в виду, излишние напоры и безапелляционность в этот день могут очень легко привести к конфликту или конфузу. Поэтому, если надо, настаивайте на своем, но будьте при этом нежны и дипломатичны. Гороскоп карьеры и финансов для Стрельца. В этот день организаторские способности Стрельца позволят ему получить долгожданный отдых. Настолько успешно он сумеет делегировать свои обязанности коллегам. Звезды говорят, что никто не заметит подвоха. Более того, все будут довольны таким положением вещей и будут с радостью делать все, что им поручил Стрелец. А ему остается контролировать выполнение работы и пожинать лавры. Не исключено, что после того, как работа в этот день будет закончена, Стрелец еще и заслужит похвалу начальства. Козерог. Весьма вероятно, что в этот день Козерогу пригодятся навыки, которыми он не пользовался долгое время. Что-то или кто-то заставит его блеснуть неожиданными для окружающих умениями. Гороскоп предлагает не переживать, что что-то не получится. Руки-то помнят. Не исключено также, что в этот день Козерогу выпадет миссия заканчивать начатое другим человеком, подчищать чьи-то хвосты или исправлять чужие ошибки. Козерогу не стоит слишком распространяться об оказанной услуге. Слуги со стороны это будет выглядеть хвастовством. Любовный гороскоп для Козерога. Настал подходящий момент, чтобы заявить о себе. В этот день звезды гороскопа советуют Козерогу в общении с противоположным полом отодвинуть в сторону комплекса и быть максимально активным. Только так у Козерога получится завладеть вниманием симпатичного ему человека. Не исключено, что для достижения цели ему в этот день придется даже нарушить какие-то условные, общепринятые нормы приличия. Но, как говорится, в любви и на войне все средства хороши. Дерзайте. Гороскоп карьеры и финансов для Козерога. В этот день Козерог будет пребывать в уверенности, что лучше всего работа будет выполнена тогда, когда он сделает все самостоятельно. День не склонит его к работе в команде, более того, любые попытки помощи от окружающих он будет воспринимать крайне агрессивно. Звезды советуют Козерогу следить за своим базаром, так как сам того не желая, он может сильно обидеть кого-то из коллег. Но если Козерогу удастся уединиться и организовать свой рабочий день так, чтобы его никто не отвлекал, то он в этот день может добиться потрясающих результатов в своей работе. Водолей. В этот день Водолею свойственна легкая заносчивость, из-за которой он рискует нанести обиду хорошему человеку. Если излишнюю самоуверенность удастся обуздать, Водолей в этот день сможет расположить к себе любого нужного ему человека. Приятная улыбка, прямой взгляд в глаза, и вот уже ваш собеседник обезоружен и покорен. В этот день гороскоп наделяет Водолей не только повышенным зарядом энергии и позитива, но и изрядной долей удачи, так что очень многое будет удаваться. Что называется слету. Любовный гороскоп для Водолея. Звезды гороскопа в этот день советуют Водолею не бежать впереди телеги в отношениях. Все будет в свое время, и это тот день, когда надо сконцентрироваться на реализации текущих дел, а не строить грандиозные, но пока абстрактные планы на будущее. Возможно, партнеру Водолею удастся направить его энергию в нужное русло и помочь взглянуть на ситуацию более реалистично. Но желательно, чтобы сам Водолей через «не хочу» в этот день занялся конкретно.
критикой. Организовал современный поход в кино, романтическое свидание или вечернюю ванну со свечами и лепестками роз. Гороскоп карьеры и финансов для Водолея. В этот день Водолей будет склонен торопиться в работе, потому что ему будет казаться, что самое главное — это поскорее добиться результата. В итоге он может получить совершенно противоположный эффект, так как из-за спешки упустит несколько важных нюансов и всю работу придется переделывать. Звезды в этот день советуют Водолею успокоиться и не гнать лошадей, внимательно следя за качеством выполняемой работы. Рыбы. В этот день звезды предлагают рыбам заняться домом. В этот день вам отлично удастся генеральная уборка. Гороскоп советует начать с избавления от старых вещей. Не останавливайтесь, пока не соберете десяток пакетов на свалку. Начните с освобождения личного пространства. Задайте темп, и вскоре вы почувствуете силы. Освободиться от лишнего балласта и в жизни тоже не помешает. В этот день рыбы готовы сделать первый шаг навстречу переменам, подготовить место для чего-то нового и очень даже себе хорошего. Любовный гороскоп для рыб. Атмосфера этого дня для рыб будет просто насыщенной романтикой. В такие дни свидания получаются особенно удачливыми. Воспользуйтесь моментом, чтобы провести незабываемые часы со своим избранником. У рыб в отношениях в этот день будет возможность в полной мере насладиться нежностью, теплом и любовью, которыми готов делиться с ними партнер. Если же рыбы находятся в поиске своей второй половинки, то в этот день у них есть прекрасный шанс встретить человека, который оставит в их душе неизгладимый след. Просто не дайте ему уйти, не оставив свой номер телефона. Гороскоп карьеры и финансов для рыб. В этот день на работе рыб может поджидать достаточно неприятная неожиданность в виде конкуренции. Коллега не просто захочет переплюнуть в чем-то рыб, но также может попытаться воспользоваться их наработками, дискредитировать их как специалиста перед клиентами или даже руководством. Гороскоп советует рыбам в этот день быть настороже и следить за тем, что происходит в коллективе, чтобы вовремя пресечь нечестные происки коллег или конкурентов. Вот такой получился у нас прогноз, мои хорошие. Спасибище вам огромное за внимание и поддержку. Я желаю вам отличного дня, ну и прекрасного настроения, само собой. До новых встреч. Пока-пока.